Капец, короче. Ну, пока у нас нет зверей, поэтому идем к испытанию. Жалко, здесь СВД нам доступно. Еще хоть какое-то оружие я посмотрел. И дополнительное задание — сброс боеприпасов. Но, к сожалению, в этой игре нету костюма крыла. Насколько я знаю. По-моему, нет, да. И поэтому приходится ездить в основном на машинах. Вот. Ячейки здоровья у нас все восстановлены, какого-то хрена, не знаю. Давайте сразу же посмотрим, что у нас здесь в контейнере. Ну и естественно, ничего здесь интересного нет. В основном самое интересное отображается на карте. Так, стоп. Я так понимаю, здесь нету спуска? Или что? А как же мне тогда спуститься-то, ёкарный карась? Чё-то не пойму. Там... Ёп... Ну все, вот я и спустился. Молодец. И как, да, больше не забраться? Ну, наверное, сейчас придется частично здоровьюшку-то потерять. Да не, нормально. Ну ладно, вот корни... Да, не хочу лезть. Тут все равно... Не пойми, откуда вообще дорога идет. Ладно. Погнали. Блин, к сожалению, вечереть, да, друзья, к сожалению, да. Не люблю я ночные походы, потому что как-то не так все красочно, не так все хорошо видно, но это приближено к реальности. Ну, хотя бы сделали такую возможность для сна. Надеюсь, ночи здесь длятся гораздо меньше, чем день. Гораздо меньше. Ну, еще плюс. Наверное. Что так-то сказать? Забыл. Так, у нас сохранение. Блин, я вошел в зону задания. Ну, ёпарасете. Ну, ладно, придется выполнить. Бляха ты, муха. Я хотел испытание выполнить, но потом выполним. Погнали. Бесшумно сказано здесь работать. Чё-то мне охота фотоаппарат всё-таки здесь использовать. Ну там один, но он не помечается. Ну, пока их тут до Хуанха я вижу. Лагерь. Ищем сигнализацию. Сейчас найдем. Хочу искать, вон там пометка есть. Надеюсь, пока мы будем выполнять задание, рассветет. Рассветет. Так. Удержите Е, чтобы отключить всю сигнализацию. А, выстрел в сигнализацию не отключает все. А, ну здорово. На свет не хочу появляться. Ну, тихо, надо здесь работать. Блин, а куда тут... Ну, давайте будем это самое, медленно все это выполнять, чем... Тише едешь, дальше будет, как говорится в натуре. Так, вот там еще один перчик, по-моему, ходит, да? И кого-то я еще не отметил. Да по-любому тут я нескольких не отметил. Ну что же, придется по-тихому пробираться. Вот. А вот. Так. Сука, я не научился. S надо, по-моему, как-то нажать. Блин, S надо быстро нажимать, типа. Сейчас еще раз глянем. Ну, надо привыкать. Чтобы тащить труп-то, что делать? Забыл что-то. Во. Так, быстро нажмите и удерживайте S. А, быстро нажмите. Чтобы начать тащить, используйте, чтобы повернуться, когда пойдете назад. Ага, пустите S. Ну, вроде ничего сложного, но на деле реально как-то не получается всегда. С первым разом.
А, вон еще один. Ладно. Блин, прям в центр идти, вон туда надо, к сигнализации. Это ёкарный карась еще что такое. Я б того минусанул. Плохо их тут расставили по позициям, на мой взгляд. То есть вот тут вообще... Вот тот, наверное, зазевался. Вот эта зона вообще слепая у них. Так, и самое главное, чтобы вон тот... Да не, он не должен заметить. Все, здесь по сути никого. Подкрепления не будет. Что теперь делать? Все, теперь... Что-то там пушки тырить. Проникнуть в тайник с оружием. No problems, sir. Вот еще один. Можно вот так вас на цель. Я потею, как свинья. Ну что, убить его быстро, нет, как вы думаете? Мне кажется, он не даст нам спокойно туда пройти. Поэтому это стоит сделать немедленно. Ёпта, он тут даже не заметил. Он тот, я имею в виду. Все. Ого. Ого. По патрончику у нас, походу, все нормально. Сейчас. Бегом. Бегом. Я подкат сделал. Как скотина, он меня увидел. Уходи! Как он меня увидел? Да ёб, ты давай. Ну, я за... Ёб, просто ты... Это чё сейчас было? Капец. У меня аптечек вообще нет больше. Да, еще одна штурмовая винтовка, ей по-любому не помешает. Еще кого-то я не отметил. Что ты делаешь? В четвертой части хотя бы... Хотя бы можно это самое, руки там себе обработать. Ибо... Во-во-во, давай. Все, снайперская стрельба. Чё, грену, что ли, кинул меня? Ёп. А, во-во-во, да-да. Можно себя лечить. Аж две ячейки восстановил. Ну, где? Я не понимаю. Вот они палят откуда-то, я не знаю даже откуда. Ну, вот где они? Сейчас в домик зайдем. Ну, заходи. Вы охренели? Он такая косая. Точнее, отдача такая. Ребят, что-то я не пойму, что происходит. А, эти патроны одного типа идут. Ни хрена не вижу. Вот, все, наконец-то. Гранатку меня пульнули. Я даже так могу. Боец никогда не сдается, даже когда у него нет патронов. Джейсон, отлично сработано. Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. 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 Пиратская бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон, сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Отлично. С заданием справились. Ну, на 4 балла уж точно. Это мы знаем. Все. Зверобой. Новый рецепт. Блин. Нам сейчас нужно, во-первых, идти на испытание.
Почему-то оно не отмечено, хотя отмечено. Заглючило. А, вот и рассвет, наверное. Мой любименький. Магазин у них тут, не знаю, есть, нет, но вряд ли. А, так вот, далее мы... Значит, что делаем? Идем на испытание. Оно вот здесь рядом. Далее ищем травку. А затем... Что мы там должны делать? Что нам там для этих цветочков-то надо? Забываю. Создание предметов. Во. Медицинские препараты. Нужно зеленый листик в натуре. Вот, значит, берем сначала испытание, потом листики, животные, и я бы еще вышечку одну захватил. Так, что такое? Убейте как можно больше врагов из предоставленного оружия. Типа Ubisoft, что это такое? Ага. Типа, чем больше, тем лучше. Ну, давайте начнем. Штурмовик 5 очков, пулеметчик 50 очков. Пулеметчик надо мочить. О, нам такую же пушку дают, только без прицела. А где тут кто-то? А, вот. Попался, гад! Стрелять, овца! Что тут? Ага, все, я понял. Только... Не могу прицелиться. Только бы увидеть их. А то я не совсем вижу, кто там, что там. Мы же можем перезаряжаться. Бегу, я так понимаю. По головам надо. Больше за них за это дают. А почему? Я же вроде... Убил, нет? Да, убил. Сейчас перезарядимся. О, вот он где. Да я аж в голову вроде попадаю, не пойму, что это. Ну вот смотрите, раз, опять. Времечко, походу. Вау! Это еще кто? Тихо, сейчас садимся. Это тяжеловес какой-то, смотрите-ка. Слушайте, нормально, слушай, достаточно... Не так-то и просто, как я думал. Почему-то я не могу в голове попасть никому. Давай. Они меня окружают, пипец. Ну-ка, давай. Да вроде в голову... А, все, понял, в голову пишет, когда в этот момент... Так, да, давай. Самое главное, в бочку не спи, чтобы они не попали. Где? А в голову пулеметчика замочил. Так они вообще обнаглевшие какие-то. Смотрите-ка. Их тут до хрена. А нам за 400 надо, насколько я помню, выйти. Может их попробовать на ближний бой? Это тяжеловес, все ясно, бежим отсюда. Ну, здесь нужна очень такая маневренность. Не, как сказать. Это, сейчас вам скажу. Ловкость такая, уворотливость. Есть. Бошку ему. А, да, инъектор-то. О, слушай, 16 секунд. Да, ну-ка. Есть. Канистрочки. Так, давай. Тебя в голову. Ну все, короче. В общем, не очень хороший результат пока что я показал. На данный момент. Да. 295. Нам дают 400 опыта за 250 очков. Ну, а нет, заново не буду. Я бы хотел на 500 долларов платить. Угу. А там 300, по-моему, да? Джейсон, отлично сработано.
Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас... Хорошо, давайте навыки смотреть. Что у нас тут? Изготовленные снаряды будут действовать на 20% дольше. Но пока это нам тоже не нужно. Вот здесь... Здесь у нас есть... По акуле что-то, наверное, интересное. 50% меньше повреждения от взрывчатки. А здесь у нас... У нас что-то все заблокировано. К хренам. Да? Что-то у нас, заметьте, все заблокировано. По какой-то причине. Надо завершать больше. Видео с ними в ПБ. ПБ. Ну хорошо. ПБ. Пиратская бухта. Это мы слышали уже как-то. Ух ты, вы посмотрите, тут кладезь прямо. Мы здесь, наверное, были, да. Так, отправляемся сейчас. Наверное, вот чуть такой путь охотника. Сброс боеприпасов. И здесь, сюда. И я бы захотел еще на вышку. Мы давайте на сброс боеприпасов отправимся. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон. Сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Бляха, ты его как-то проехал. Стоп, а тут квадроцикл-то. Ой, машинка у меня была. Да, конечно, штырили, блин. Баксы, доллары, евро. Деньги, короче, мне нужны. Да вы шутите. А. Это машина? Ее реально можно сесть в нее? Офигеть. Погнали, давай. Опа, как машинка-то завелась смачно. Что машина, что человек на туалете заводится одинаково. Опа, леопардик. Нам леопард не нужен, хотя... Быстро-быстро садись, там два леопарда. А их можно сбить. Где они? Приехали. И ладно, нафиг отсюда. Так, испытание пройдено, но я понимаю, я так понимаю, его еще раз можно пройти. О, ну-ка. По-моему, одного я не задавил. Нет, обоих. А это кто? Олень, да? Или нет? Гадость. Ура, оленя. Можно изготовить, кстати, что-то. О! Не для РПГ, что, упали, что ли? Так, а что, другого ничего, что ли, нельзя? А я ж что-то другое хотел. Патронаж. А что же для мин? Для гори... Подождите, а что же еще-то? А, тут надо две шкуры оленей, это для оружия. Еще одного. Оу, е. Черт. Оу, щит. Здорово. Ну, машинку по-любому мне бы быстрее. Типа квадроцикл или баги, ну, машины, которые... раз у нас были. Малях, ты мух, тут, блин, не проедешь. Столько всего есть смачного, интересного. Тут бычара, смотрите, какой. Но нас, по сути, не должен трогать. Травоядные. Я не собираюсь приносить им вреда, да? Но лучше свалить отсюда. Бегаем, кстати, мы достаточно быстро, я заметил, да, наш персонаж. А сейчас надо изготовить сразу. Навыки. Нет, не навыки. Создание предметов. Вот. Ой, стоп, подожди, что я сделал-то? То есть... Типа, лекарства. Изготовить, изготовить, изготовить. Шикарно! Оу, е. Ладно, эту бычару пока трогать не будем. Теперь обратимся к карточке. Куда нам тут проехать-то лучше? Тропинки можно? Нет здесь? Наверное, можно. Так, ты, чувак, уйди. Вот я сейчас собью на таком-то грузовике. Куда-то наверх. Здесь еще зеленые листья. Ну, мое. Обалдеть. Что ж ты... Что ж тебя так заносит-то? Ядрить твою через задницу.
А, иди в задницу, короче. Слишком уж. Не мобильная машинка. Надеюсь, я в правильном направлении иду. Да, по сути, это где-то тут наверху. Там аванпост. Дымится. Так, машина здесь, квадроцикл. Кто-то сдох, походу. Так, бумажник полон. Поэтому нам нужна свинья. Так. Не, на машинах я не очень гоняю, так что, ну, давайте попробуем. Ой, боюсь, честно говорю. Ну ничего, давайте. Будем учиться водить, что, если у нас будет плохо получаться. Я просто не люблю на время, в том плане, что когда ты спешишь, ты... Вот видите, пожалуйста, вам чуть не сорвался с моста. То есть я как бы не вижу, что там впереди. Так, самое главное здесь тоже не упасть. Бляха, ты муха, я вообще, у меня все трясануло меня прям все в реальности. Думал, все хана. Да, дальше-то. Так, самое главное, не тупануть. Быстро. Фух, я знаю, я так хреново ехал, да эти двух перевести. Что она готовит? Ух, а деньги-то нам не влазят. Вот бы очень быстро. Чего? Она. Так, ну теперь что я могу сказать? Надо искать свинью где-то. Вот свинья. Или что нам там надо? Я забыл по созданию предметов. Все время забываю. Для... бумажник. Свинья. Ну что ж, предлагаю отправиться тогда свиней мочить. Здесь еще письмичко какое-то можно собрать. Гонки, я так понимаю. Ну, свиньей пока пойдемся. Так. Где ближе? Тут, наверное, ближе. Общаемся, да. Единственный самый быстрый, надежный и несмертельный безопасный способ быстрого перемещения. Так. Боезапас. О, вот и деньги освободились, и кошелечек. Что-то как-то я еще не особо привык к игре. Не знаю почему. Как-то я... Что-то не так кажется. Ну что же, самое главное здесь еще... Это найти машину. Также надо прокачивать рюкзак. Вот, пожалуйста, машинка. Так, что-то... Бабла у нас достаточно. Денежек. Теперь прямиком к свинье. Доехать-то, блин, 3 секунды. Тут еще какое-то задание, видимо, тоже сбросит припасов, не знаю. Вот так. Едем. Едем. Метры, 100 метров. 150 метров осталось, это просто расплюнуть. Ладно, пойдем по большой дороге. Надеюсь, она там никуда дальше не уведет нас. Хотя нет, надо прям здесь сворачивать. Чуть-чуть. Машинка есть еще какая-то. Может, даже квадроцикл, понять не имею. Ладно, все. Свинюшки, вы где? Я мясник. Сальце мне захотелось. Нужно изготовить какой-нибудь репеллент. Ууу, нихрена там разнесло кого-то. Бляха ты! Чары, какого хрена? Скользкие камни. Ладно. Самое главное найти свинью. Пещера, там на письмо. Найти свинью и изготовить репеллент, который поможет нам найти любых зверей, кстати. Если такое, не знаю. Сейчас посмотрим. Вот, медицинские снадобья для охоты. Так. Здесь у нас написано отпугивающее животное. Отпугивающие животных. Будет нахуй.
животных можно будет находить по запаху, капец. А далее у нас здесь написано, позволяет вам носить урон животным во время... Чё? Так. Боевые стимуляторы. Во! Так, давайте изготовим. Типа у нас... А почему нельзя? Так. Сумка переполнена. Ну, давайте смотреть тогда. О, рюкзак. Значит, это у нас есть. Здесь у нас в этом средний мешок поместится до 48 трофеев. Тапира я видел, но нам нужно заглянуть в магаз, продать все это дерьмо. Так, ну что, давайте смотреть свиней. Я, блин, не вижу их. Свинюшки, вы где? Мои любимые хрюндели. Наверное, тут где-нибудь пасутся. Хряки. Вон даже, по-моему, это свинья. А, блин, это вообще какая-то собака вроде, да? Не одна. Слушайте, если у нас рюкзак переполнен, как же мы свинью-то возьмем? А, вон свинья-то. Да что же вы будете делать? Во, свиньи! Ты вообще, ну ты... Да сдохни ты. Ща, вот... Вау. Да стоп ты! Я же ножом вроде ударил. О, фига. Чему? Бред. Ладно, давай. Можно изготовить предмет. О! Это чё? Либо медицинская сумка, либо еще что-то, я помню. По-моему, бумажник. Во, бумажник. Либо медицинскую сумку. Во, давай, бумажник. И вот тут еще где-то. Скоты. Где свинья? А, вот. И сейчас изготовим как раз-таки медицинскую сумку. Богатыми докторами с вами будем. Где тут? Так, чехлы для оружия. Олень. Все-таки тогда мы оленя замесили. Или тигры замесили, я уже не помню. Шкура лазуара. Казуара, казуара. Что-то незнакомый зверь какой. Вот, медицинская сумка. Блин, скоты, ёптой, я же запутался. Вот, медицинская сумка, шкура свиньи, конечно, изготавливаем. До 5 снадобий. Прочно. Это у нас скоро собаки. Так, а это что такое? У нас собачка случайно, как вы думаете? Сейчас глянем. О, шкура собаки. Ну все, вы тут как раз вовремя. На карте их нет, но, видимо, они так бродят здесь. И еще где-то здесь я мочил кого-то. Собаку. Да сколько вас? Ну, давайте вот так с вами тогда. И... Твою-то дивизию. Блин, да это с ума сойти. Мне кажется, их тут, я не знаю, немерено просто. Жестко, жестко, я хочу сказать. Немерено. Причем появляется, не пойми откуда. Так, все, для мин не нужно. И нам сейчас... Медицинская сумка, по-моему, да? Да, и теперь усиленная у нас леопард. Леопард. Все. Нажимаем М. Ну, как она с карточка такая неплохая уже. Где Тетриса. Фигурка из Тетриса. Так, где у нас следующее задание? Здесь. Значит, мы находимся. А как мы тут оказались? Ну ладно. Перемещаемся вот сюда. Да. Да, окей. Все, переместился. Все. Продаем все это дерьмище, которое у нас там есть. Продать. Быстрая продажа. Есть. Все, просто потрясающе. Далее идем в изготовление.
Здесь у нас, по-моему, какие-то есть. Вот, пунцовый лист. Помогут вам обнаружить врагов по запаху. Ну, то есть они и так будут на карте отображаться без фотоаппарата, если мы вколем эту дрянь. Это я еще что такое? Вот сюда давай. Так, это что? Ну, и пока все. Итак, нашей следующей целью является олень, гранатные сумки и козел. Олень и козел, пока этого сойдет. А, нет. Ну, еще давайте для бумажника, наверное. Во, рюкзак, как же. Топир, олень, козел. Топир, олень, козел, все.